что такое новая смена и что мне, собственно, нового. Все просто. Мы все одна большая команда, и можно даже сказать, семья. Нас всех объединяет общая цель. Мы каждый день к ней идем на нашей работе, и при всем при этом мы все абсолютно разные. Мы хотим дать людям новые возможности. Человек с гораздо большей скоростью развивается не индивидуально, а в команде. У каждого из нас есть свои таланты, и в обычной жизни, когда мы друг друга поддерживаем в этих начинаниях, мы становимся ближе, мы развиваемся. И мы задумались, почему нельзя делать то же самое, но на уровне компании. И не нашли причин, которые бы этому мешали. Уникальность проекта в том, что в одном месте мы собрали несколько десятков видов спорта, творчества, примеров совершенно различных увлечений и предложили участникам только одно – попробовать. Играем! Конечно, у нас была игровая задача – пройти как можно больше мастер-классов, заработать баллы. Но основная цель одна – это дать возможность участникам узнать что-то новое. Оказаться в атмосфере, где все вокруг способствует твоему развитию. И судя по реакции людей, у нас это получилось. Выигрывайте в энергии связной, новая смена! Так родилась новая смена. Место, где каждый может раскрыть себя. Мы видели горящие глаза. Мы видели у кого-то шок, у кого-то удивление, кто-то был безумно рад. Мы видели, как люди пробуют что-то новое, и им это нравится. Видели, как они становятся большой командой. Радуются успехам друг друга. Искренне радуются. Как бы это событие ни повлияло на участников, мы точно можем сказать одно. Мы гордимся своим сотрудникам. Тем, насколько они энергичны, насколько они увлечены. И это здорово. Здесь царит какая-то непередаваемая атмосфера. И чтобы ее понять, нужно обязательно побывать здесь. Я думаю, последние 3 дня будут самыми яркими воспоминаниями для всех нас, наверное, на весь следующий год. Это такой непередаваемый заряд эмоций, который хочется испытывать снова и снова. Просто невероятно, непередаваемо.